А он там сейчас в горку, наверное, не заедет. Но сегодня мы хотя бы без слез одевались. А то вчера он у меня в коридоре кричал, рыдал. Сегодня... Сегодня чуточку получше. Эй, дверку открывать надо. Давай. Да. Все, едем домой. Поехали за мной. Поехали. Поворачивай. Я уже пожалела, что взяла Вику с собой, еще и самокатом, еще и самокат Максу. Просто трындец. Сейчас с ума сойду, и дороги встали. У нас тут немножко мы делаем перестановки, да? Фу, конечно! Ну, бери ее с этой лопаткой. И всю фацелию. Конечно, я ее передержала. Нужно было сразу все... Это, не ждать, пока зацветет. Нужно было сразу ее скашивать или перекапывать. Столько места теперь много делается, когда освобождается от травы. Розочки, я не знаю, что они у меня. Они такие прям плотные бутоны, и они не распустились. Замерзли или это заболели, я не знаю. Вот это, кто шарит, разбирается в этих розочках. Так, по виду, сколько смотрел, типа вот такие маленькие называются спрей-роза. Или нет? Ой, все отсырели, все в плесени. Кошмар. Кошмар. А здесь-то как на бутончиках. Хоть бы тепло уже было, жалко. А здесь сажала седум. Естественно, пока был открыт, он был густой. А сейчас что-то в тени. И такой проплешины. И вот это вот кто? Улитка. Молодец. Вот какая красота здесь. И красота. У Гоши просто несказанная красота. Мамочки. Максима, все цветное. Молодец. Да, ходил сегодня на Вайлдберриз и заказал вот эту супер нашумевшую пасту. Не реклама, сразу говорю, сейчас будем пробовать. Пробовать я хочу оттереть вот эту штуку. Это гуашь, и она здесь уже у меня второй год. Она ничем не оттирается, сейчас буду пробовать ее. Пастой буду отмывать. Нет, нет, с пастой шла вот такая же губка в подарок. Пахнет она уже так вкусно, кстати, я нюхала. Пахнет чем-то сладким, хочется скушать. В общем, сейчас будем пробовать отмывать. Я без штатива, и мне, скорее всего, будет это неудобно делать одной рукой. В общем, вот так вот мы сейчас ее размажем. Но я уверена, что она не отмоет. Просто уверена. Слушайте-ка, нет, она реально работает, и она ее оттирает. Что-то я как-то зря обругала это средство. Сначала, если честно, я хотела сказать, что кроме приятного запаха в этой пасте нет ничего, но нет. Серьезно, она отмыла. Пусть она отмыла не полностью, если еще пошерпать, то, скорее всего, она отмоется. Но я не хочу стоять ее отмывать, поэтому, блин, я не знаю. Я, конечно, не знаю, советовать ее или нет, но классная. Не получается. Ой, в голове. Полетел маленький. Маленький.
Ой, ой. Ура. Ну, дуй. Ух ты, как много! На, еще макай. Я слышу, слышу. Показывай. Ух ты. Кстати, нам дали пакет. Да. Молодец. Редиски, редиски, редиски. We'll be driving out of state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping soon. I'm feeling a little crazy. Wanna travel till I'm 80, flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice. Yeah, hair blow round to the window, singing stupid noises. Днём рождения тебя, Гош. Днём рождения. Днем рождения. Всю жизнь. Днем рождения, Гоша. Это подарок Максим тебе принес. Спасибо. Классный. Классный подарочек. Гоша. Помоги ему открыть. Я могу. Гоша, дай мне. Что это там такое? Классный, молодцы. Не поймет, как открыть. Покажи ему крышечку. О! Со всей силы. Бахнуло. Это что там? Что он взял, Максим? Лимон. Лимон. Лимончик. Иди Вик, буди, пусть Вик тоже поздравляет. Лимончик. Ну вот. Ложите корзиночку. Арбуз. Баш, пойдем вниз. Сюрприз смотри. Все, пошли. Ой. Пошли ты наверх. Я унесу такие подарки, ладно? Не надо, сейчас Гоша пойдет, все вместе пойдем. Гоша, подожди, я пойдем. Гоша, мама, я только пойду. Да. Гоша. Гош, пошли. Смотри, Вика тебе еще подарочек даст. Смотри-ка. Следующий подарок.
Там развязывает. Сколько много шариков? Максим, ну пусть, ладно. Гош, Максима тебе вон подарочек несет. Ой, какой сильный! Дай-ка я. Что там такое, Гош? О, Гош вам приготовил завтрак. О, яичница. Трактор? Или ты не успеваешь смотреть, что у тебя? О, поехал! Поехал! Не-не, Макс. Ну вот, собственно, и все. Вот. Вот и трактору конец. Сколько он стоил? Кто слушал, что молодец. Это вообще просто... Надо было кидать мусорку. Максим, сейчас это теперь. Гося. И все. Дрин-дрин. Все, будем теперь в магазин ходить, да? Иди на самокат, а он маленько на велике прокатится, ладно? Ну дай ему, он прокатится немножко. А ты на самокате. Хорошо. Хорошо? А вон Вик тоже самокат взяла. Растерял подарки. Здравствуйте. На, держи. Только не отпускай. Ты ее раздавил все-таки. Фу. Там еще готовится, сынок. Бумажка? Она вообще пластилин. Это Максима взял. Невозможно есть. Раньше хоть вкусный был шоколад, а это сейчас вообще, я не знаю, что, с чего вы делаете, из говна. Ну да. Звездочка. Пожалуйста, не открывать. Вы все это открыли. Давайте мешочки соберем. Давай маму выброси. Максим, не надо... Ой. Мама, помоги. А хоть белый, мне нужен. Дуй. И сильней. Дуй. И сильней. Молодец. Сильней. Дуй, дуй, дуй. Сильней. 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 Давай, сильно, сильно. О, еще одно. Ура! Ура! Он сам забыл. Молодец! Молодец! Мы теперь вместе хотим забить. Сейчас папа ему еще сделает. Слышь, ты снова с этой стороны. Так, а здесь трактор забрали у меня, да? Что сейчас будет? Здесь четкий, конечно. Желание загадайте! Надо же желание загадать. Что, не дали ему думать, да? А он уже думает. Он еще хочет думать. Подождите, давайте дай Гошу еще раз задуть. Желание а потом вы, ладно? Загадайте все втроем и думайте. Потом мы с Ксюшей. Конечно. Давай. Ой, ух ты! Еще! Еще думаю. Ура! А теперь девочки, сестренки, да? Теперь сестренки будут. Как у мамы. Столько радости, Господи.
Зеленый. Ну, конечно, красные у тебя. Блин, у тебя красные зубы. Слушай, зубы а такие зеленые. Красивые зеленые. Ну как, Ксюша, ваши? Ай, красавцы. Смотри на папу. Ногу покажи. Зеленый. Давайте чиз папе покажите, он у нас фотографирует. Сын. Покажи дядя Олегу. А, красавцы. Ну, чтобы сфоткать вот так. Жесть какая. Блин, ну, а ты как крачешь? Я смотрю. Я смотрю. Он хочет... Почти. Это была случайность. Давай, ты же хотел баскетбол играть. Вон, Максим сказал, он баскетбол будет играть. Этот сейчас захочет. Бросай мяч. Ура! Ну а Гоша тоже хочет проситься на ручках. Подкинь его. Да пусть играет. Ты куда поехал? Пошли вон туда забьем. Буду знать, что там все Ага.